ночью на дороге нашла гусеницу ленточницы. Утром обнаружила ее неподвижной с паутиной на теле. Думала, умерла. Однако спустя время она снова начала ползать. Бросила ей в коробку веточки, сын бросил кусочки салфетки. Пошли гулять на улицу. После улицы в коробке лежал кокон, внутри которого гусеница продолжала строительство. Спустя 18 дней в контейнере с коконом сидела бабочка. Выходила из куколки ночью, процесс я не видела и снять не удалось. Вот такое удивительное превращение из гусеницы в бабочку.